Квартиры в Бишкеке. Жилищная история из Киргизии от пайщика НК Best Way Elite Бакытбека Булатбекова. Советую всем не бояться вступить в кооператив и приобретать недвижимость. Кипрский марафон. Деловые мероприятия, промоушен и White Luxury Party по случаю юбилея Романа Василенко. Вы смотрите Life is Good News. Мы начинаем. В Республике Киргизия набирает обороты деятельность жилищного кооператива Best Way Elite. На сегодняшний день в этой стране уже приобретено около 50 объектов недвижимости. В числе новоселов – жители Бишкека, Бакытбек Балатбеков и его супруга. Они переехали в двухкомнатную квартиру общей площадью 42 квадратных метра. Новое жилье находится в высотном доме в третьем микрорайоне города. Это один из лучших районов столицы с отлично развитой инфраструктурой. В ближайшее время молодая семья ждет пополнения. Мы с супругой очень рады, очень счастливы, что вот таким выгодным условием приобрели квартиру. Мы сами будем жить. Жена сейчас находится на 5-м месяце беременности, и эта жилплощадь как раз для нас будет достаточно. Бакытбек – профессиональный юрист. Узнав о работе Best Way Elite в Киргизии, его сразу заинтересовали выгодные условия покупки недвижимости. Однако, прежде чем вступить в жилищный кооператив, он досконально изучил все аспекты его деятельности. Я около 3 месяца проверял эту организацию, всю документацию. И в конце пришел к выводу, что здесь все законно, все гарантированно. Так как все сделки проходят через государственных регистрационных органах, советую всем не бояться вступить в кооператив и приобретать недвижимость. Далее отправляемся на остров Кипр. Здесь, в Лимассоле, в период с 30 марта по 8 апреля был проведен целый ряд деловых и культурно-развлекательных мероприятий холдинга. Так, 30 марта начал свою работу трехдневный образовательный семинар «ЛС-2». Его главная цель – так называемая бизнес-селекция, а именно – научиться выбирать тех лидеров, с которыми быстрее сделать карьеру. В первый день в качестве спикера выступил профессионал мирового уровня и официальный партнер холдинга Андреас Вин. На обучение были приглашены 53 сотрудника Life is Good от 5-го карьерного уровня. Каждый раз новая ступень обучения, приезжаешь и перерабатываешь вообще полностью все то, что ты делал до этого. Новый инструмент работы с командой, новое построение работы с командой. Те, кто меня знает, они знают, что у меня очень большие личные продажи. Теперь моя задача грамотно расстроить 4-5 структур, чтобы товарооборот переходил в 10 раз моих личных продаж. Во второй и третий дни ЛС-2 свои лекции представили топ-лидеры Life is Good. В ходе выступлений они затронули ключевые аспекты ведения бизнеса, направленные на эффективное построение деловой карьеры. В частности, речь шла о юридических вопросах деятельности, философии бизнеса Life is Good, психологии продаж на практике и построении пути к сотруднику, рекрутинге и мотивации, создании правильной структуры. В период обучения его участники коммуницируют между собой, происходит взаимный обмен опытом. Общение в течение 3 дней дает нам определенное видение этого бизнеса. И воспринимая те эмоции, воспринимая информацию от своих коллег, конечно же, мы и тоже профессионально растем в этом направлении. Я очень рада, что у меня есть возможность посещать такое мероприятие, общаться с моими коллегами. На семинаре также были представлены подробные кейсы по основам финансов и методам работы, планированию времени и эффективности, методам работы с сотрудниками, планированию бизнес-карьеры, мотивации лидеров через собственный пример. Завершением ЛС-2 стало выступление президента холдинга Романа Василенко на тему «Видение будущего в Life is Good». Деловые мероприятия на Кипре были продолжены 6 апреля. В этот день стартовала уникальная образовательная программа холдинга и международной бизнес-академии IBA «Риторика-2». После приветственного фуршета состоялось выступление Романа Василенко. Президент Life is Good прочитал свою знаменитую лекцию по ораторскому мастерству «Риторика», видеоверсия которой переведена на несколько иностранных языков. Далее началось обучение. Оно рассчитано на 3 дня, а точнее на 3 суток, то есть 72 часа. Происходит полное погружение в образовательный процесс. Теория подкрепляется практическими занятиями. Есть небольшой страх, но с течением времени
этот дискомфорт превращается в такой интересный процесс, который становится контролируемым. Я понимаю, что это необходимо. Я приехал сюда в первую очередь за знаниями, за навыками, именно практические навыки, потому что в нашем бизнесе, в нашем направлении практика, ну, самое первое. Обучение «Риторика-2» было организовано для 25 ритористов. Это сотрудники Life is Good, начиная с 5-го карьерного уровня. В зале также присутствовали наблюдатели, топ-лидеры холдинга, а проводили занятия самые опытные электрокомпании, советники президента. У этих людей есть уже достаточно опыт. Они уже многие выступают на сцене. И сейчас для них такая точка, когда они осознают, что они умеют и что не умеют. Мы видим, конечно, что есть серьезный потенциал у этих людей, но есть очень много работы, которую нужно сделать. У всех есть, конечно, задача вырасти, и мы надеемся, что это будет прекрасный результат. У нас появится новых 25 хороших спикеров, которые будут работать на наших семинарах. Кипр по праву считается жемчужиной Средиземного моря. Великолепный климат, живописная природа и национальный колорит делают остров одним из крупнейших центров мирового туризма. Не случайно именно здесь был организован отдых для сотрудников Life is Good и членов их семей, которые стали победителями крупнейшей акции холдинга «Солнечный Кипр» с президентом. С 1 по 6 апреля 500 человек смогли провести незабываемые дни на морском побережье за счет компании. Принимал пятизвездочный отель «Гранд Резорт» в Лимассоле. 5 апреля наступила кульминация промоушена на Кипре. Состоялась грандиозная белая вечеринка «White Luxury Party», приуроченная к 50-летию президента холдинга «Life is Good» Романа Василенко. Монте Капуто – самая престижная концертная площадка в Лимассоле. Именно здесь сегодня состоится «White Luxury Party» холдинга «Life is Good». Гостями белой вечеринки стали более 800 человек. Перед началом торжества был организован приветственный фуршет. За моей спиной находится welcome-зона. Гости в ожидании президента холдинга Романа Василенко. Уже совсем скоро он приедет сюда, в концертный зал Монте Капуто. Давайте подойдем к гостям и спросим же, как настроение, что они ожидают, как им вообще на острове Кипр, как им весна 2019. Пойдемте за мной. Я первый раз, супер, так нравится, и нравится в нашей компании. Нравится вообще воздух, вообще атмосфера, замечательно. Сегодня впервые 5 апреля 2019 года такая шикарная вечеринка. Нас ждет успех. Здесь собрались все самые успешные, красивые люди. Среди них находиться – это тоже успех. Роман Василенко, с днем рождения! Всего вам самого наилучшего! Посмотрите это все ради вас и для вас, пожалуйста! Что пожелаете юбиляру? Юбиляру, на самом деле, это человек, у которого, наверное, в жизни есть все. И самое главное пожелание, наверное, не только от меня, но и от всех топ-лидеров – это главное здоровье. Здоровье, сил, каких-то еще больших амбиций для того, чтобы наш холдинг делал еще большие результаты, покорял еще большие территории, открывал новые страны. После фуршета участники торжества были приглашены занять свои места. А тем временем белый лимузин с Романом Василенко подъехал к Монте-Капуто. Под бурные овации гостей вечера президент Life is Good появился в зрительном зале. Праздничный вечер начался. Он проходил в яркой, удивительно дружелюбной, а местами трогательной атмосфере. Поздравить юбиляра на Кипр прилетели звезды эстрады. В их числе заслуженные артисты России Ольга Кормухина, королева пародий Елена Воробей, юморист Юрий Гальцев. Также были подготовлены видеопрофайлы, в которых звучали мысли и откровения героев ролика. Это знаменитые артисты, друзья, коллеги по бизнесу, близкие и родные люди Романа Василенко. Настоящим сюрпризом для юбиляра стал флешмоб от сотрудников холдинга. Роману Василенко было предложено подняться на сцену и на мгновение отвернуться от зрительного зала. В это время все гости вечера надели белые футболки с надписью «Я – твоя команда». Увидев коллег и партнеров по бизнесу, президент холдинга произнес трогательные слова. Нам некогда откладывать жизнь. Нам некогда тратить время на раздумья. Нам нужно жить сейчас. Наслаждаться жизнью прямо сейчас. Наслаждаться вот этим общением, наслаждаться друг другом. Живите полной жизнью, живите на полную, живите сейчас и достигайте сейчас. Сразу! Я вас очень люблю. Life is good! Именинника также ждал большой юбилейный торт. Он был изготовлен по специальному заказу местными кондитерами. Ну а кульминацией торжественной части стали грандиозный салют в ночном кипрском небе и невероятное огненное шоу. День рождения Романа Викторовича Василенко!
50 лет – это круглая, большая, яркая дата, которая только начинается. Новый путь, новые свершения и новые вершины. Мы поздравляем с днем рождения Романа Викторовича. Ура, друзья мои! Далее была продолжена развлекательная программа. Поздравить юбиляра приехали резиденты Comedy Club Марина Кравец, Дмитрий Люсек-Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин. Одним из самых неожиданных моментов вечера стало появление на сцене Монте Капуто двойника Владимира Путина, артиста Comedy Club Дмитрия Грачева. Мне нравится название компании Life is Good. Я-то раньше думал, что Life is Good только у нас с Дмитрием Анатольевичем. Оказывается, нет. В концертной программе вечера также приняли участие популярные артисты российской и зарубежной эстрады. Диджей Слон, группа X-Миссия, давний друг холдинга Андрей Алексин, гости из Италии, певица Ингрид. А сейчас мы за кулисами, где находятся гримерки звезд, которые приехали поздравить Романа Василенко с его юбилеем. Пожелаю крепкого здоровья, чтобы ему сил хватало на все его проекты. Он никогда не останавливается, он двигается только вперед. И не только сам, целые тысячи людей идут за ним. Он просто вожак, и все люди идут за ним. Чтобы он оставался всегда таким, чтобы ему хватало, самое главное, на это энергии. Он неуемный и классный, замечательный, добрый, веселый и щедрый человек. Просто молодец, просто отлично, мне нравится, я вас люблю. Хороший мужчина, удачи, любовь, деньги, здоровье. Выступление Ингрид стало ярким завершением вечеринки White Luxury Party по случаю юбилея президента Life is Good Романа Василенко. На этом наш выпуск завершен. Жизнь прекрасна. Будьте с нами.